зачем он нас так ведет? Он висит, мы правильно едем, он просто. Да, я знаю, тупой. Что мы правильно. Я, Саша, дороги-то не знаю. Верните направо. А картошка есть у нас дома или нет? Прямо 6 километров. Я не помню. Ну ты покупала? Мне кажется, я когда-то покупала. Когда-то как? В Новороссийске. А, ну это было, Саш, месяц назад. На секундочку. Я в Новороссийске был 11 числа. А, ну вот тогда, наверное, так, заходим еще раз, тут что-то со связью. С днем рождения. Спасибо, мой хороший, спасибо. Красотка, с днем рождения. Да вы мои хорошие. Я, кстати, девочка с Минска поздравила самая первая. Да. У нас же с Минском один часовой поезд, если я не ошибаюсь. У нас что, разные? У них на час больше, что ли? У нас один, по-моему, с ним часовой поезд. Все, пошли поздравления, крепкого здоровья тебе, благодарю вас. Так, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья. Красивый муж, принцесса, доченька, у вас тоже есть. Я уже даже фотографию выбрал, которую выложу завтра с утра, сейчас покажу тебе. Здоровья тебе, Александр. Во сколько родилась? Я родилась утром. Около 10 утра. Или 11, что-то такое уже забыла. В Минске, как в России, время. Данюшечка, спасибо. С днем рождения, Саша. Главное здоровье вашей малышки. Да. С днем рождения. С днем рождения, Саша. Любви, взаимопонимания в семье, счастья. Спасибо. Ну все. Заваливает поздравлениями, открытками. С днем рождения. Это пипи, это вообще когда было? Это я уснула? Да. Когда это уснула? Ну там Машка справа сидела. С днем рождения. Будь самой счастливой. Буду. С днем рождения. Самое настоящее счастье. Это очень круто. С днем рождения, чтобы все было. А за это ничего не было. Так и будет исполнение заветного желания. Так, я вас обожаю, вы классная мама, жена, не обращайте ни на кого внимания. С твоим днем, главное здоровье, остальное будет все. Александра, Александра, этот вечер наш с тобой, да. Куда едете? Домой уже едем. Кстати, я весь день сегодня в машине, весь день в пробках. Я очень сильно устала. Ну, вы видели, да, посмотрите прямой эфир предыдущий. Самое лучшее, с днем рождения. Я, конечно, прям вообще очень сильно устала сегодня, и мне прям тяжело. Сейчас хочу домой приехать, еще раз поесть, ребенка покормить, попу помыть и спать. А чем уже будешь кормить? Ну, сейчас заедем, картофель возьмем, рыбу возьмем, поедем. Чтобы Женька не обижал. Спасибо. Бывает, может обидеть. Нужно отдохнуть обязательно. Конечно, завтра еще такой день будет. И на макияж успеть с укладкой. И за подарком хочется съездить в обед. Ты не успеешь. Поздравляю, Сашенька, от души. Желаю счастья. Восполнится мечта. Спасибо. Страной обойдут не Настя. Блин, а где у нас круглосуточный магазин здесь по дороге, все? Азбука есть. Азбука где? Ну, ты... если сюда поехать. Вот я сюда и поеду. Ну вот, Азбука у нас 24 часа. Есть, да, там? Да. А, точно, есть, есть, есть. Все, отлично. Мираторки не знаю. Мираторг круглосуточно работает. Я в Азбуку поеду. С днем рождения, красотулька наш, Сантехрус. В первых рядах поздравили Сантехрус. Это кто такие? Это там ребята, знаешь, унитазы, краны, смесители, ёршики, полотенцесушители, смесители. Чего только нет у них там, знаешь? Ну, я понял. Вот эти вот. Нет. Барахольщики. Не знаю. Не знаю таких. Мои любимые. Привет, Луганск. Привет. Не лень готовить ночью. А что готовить? Картошка бросил вариться и все? Да. Скумбрия-то этот порезал и все. Ребят, ну это же 2 минуты делается все. Только надо укропчик взять. Хочу с укропом и с маслом сливочным. Ой, сейчас бомба. Чеснок не хочешь? Нельзя, лапонька. Хочешь, я тебе могу порезать? Не, чтобы завтра я воняла, не хочу. Вдруг еще не выветрится. Так.
Что мы не знаем про Сантехрус ставили? Сань, ну ты пишешь Сантехрус, я говорю, я их не знаю. А она говорит, как вы не знаете, если вы у них все ставили? Ну я шучу, они вот. А я вообще забыла, что ты шутил. Ты вообще, Сань, забыла, что я шучу? У нас сантехника от них, конечно. С днем рождения тебя, моя хорошая, ты самый лучший. Не забудьте картошку купить. У меня сегодня юбилейчик, тебя с днем рождения, Сашечка. И тебя с днем рождения тоже. С днем рождения, Сашуль. Привет, испаку. Сашуль, куда едете? Домой. Ой, какая собака классная, да? Так, а при КВ можно копчу дрова? Можно? Все. Тихорецк поздравляет самую лучшую маму. Спасибо, Тихорецк. Это Краснодарский край, да? Да, ребят, вы знаете, что сегодня Ивлев от жены ушел? Я вот так люблю, блин, Ивлева. Это повар, шеф-повар, который на ножах вот это он ведет. Рыжий такой. Ну, все знают его, Ивлев. Как Леха из Сантехрус тоже. Ну, только тот, этот рыжий, а этот конопатый. Завтра придет Аня с Лехой, Сантехрус наши ребята. Сантехники наши. Саш, может, Бургер Кинг съездим? Я сегодня так хотела съесть. Саш, никаких Бургер Кингов. Нормально идут. Вот. И это у меня от них поздравлять немножко. И тебя поздравляю. Сашулька, перестать ревновать мужа. Не знаю, может, вы не уверены. Может, он у вас там действительно гулёна какая-то. Либо вы там себе нафантазировали что-то. Что за дорога? Я вообще ничего не понимаю. Я тоже не понимаю. Так это он вылез. Я кого так езжу? Я тоже сегодня именно здесь, тоже сегодня ездила. Это кошмар какой-то был. Тоже какие-то такие траблы на дороге. Рождение, умничка, красавец. Сколько здоровья. Благодарю вас. 25, Сашуля, да. Днем рождения, счастья, здоровья. Самое красивое. В чем причина ухода? Проявлено, наверное, да? Я просто немножко не соображаю. А, ну, ребят, ну, этот, ушел к молодой девочке. Сегодня он даже пост написал. Войдите в Инстаграм, пишите Ивлев. И он выскочит. Он стоит с девочкой и пишет пост. Ну, в чем причина ухода? Ну, ребят, 20 лет, или они сколько вместе жили с женой? Устал, надоело, то есть, ну, прошла любовь. В чем? Дети выросли. 20 лет его сыну долбаку, взрослый парень там. Хороший мужик, я очень люблю Ивлева. Поэтому не пишите ему гадости, ему там так написали много. Пожелайте ему удачи с молодой. И сердце, чтоб берег. Вот, вместе со снегом растаял, да. Рождение. Слушай, вы ссоритесь с Женей? Ну, конечно, такое бывает. Никогда в жизни не ссорились. Уже давным-давно не ссорились. Ну, где-то сколько? Часов на 7 не ссорились с тобой, да уже? То часа 2, наверное. Вчера ссорились. Где ребенок? Со мной ребенок. Поздравляю с днем рождения, Саша. Привет с Нью-Йорка. Привет, Нью-Йорк. Мы еще ждем ребенка. Меня даже с Нью-Йорка поздравили. Потом скажу. Ты кушаешь поздно, да. Саранск любит вас и поздравляет тебя с днем рождения. Спасибо. Удачи, Ивлев, написали. Да, Ивлев просто. Жалко, столько лет создавали семью. Ну, ребят, уже не любите и мучиться. Лед не покупайте только. А зачем нам пишут, что мы дебилы какие-то? Что пишут? Лед не покупайте. Сухой? Ой, завтра, кстати, сухой лед возьмем у Сашки на днюхе. Как шлебанем посыпь. Боже, упасти же. Так, с днем рождения с Краснодара. Спасибо. Сегодня Краснодар много меня поздравляет. Краснодар, привет. Потому что Краснодар это мой край, райончик. Меня уважают, тебя прицепом тоже уважают. Угу. Без меня бы даже и не знали. Люблю, Сашенька, спасибо. Вранье. Вот сам счастливый. Буду. На рождение Тамбов. И Тамбов меня поздравляет. Тамбов, привет. У вас самая, кстати, вкусная колбаса. Я беру тамбовское мясо. С днем рождения. Всего самого наилучшего. Спасибо. Какая у вас это тамбовский окорок. Это просто вот аж тает во рту тамбовский окорок. Я обожаю его. У меня Саша... Я беру грамм 300-400, думаю, на бутербродик. Прихожу, Саша все сметет. И только пакетик от тамбовского. Чего нет? Тамбовский окорок кто стрескал последний раз? Не видела, не знаю. Ага. О каком окороке речь идет? В шоке, он как у дочери уже. Вдвоем ходит, две щекатики. Угу. Резен тоже поздравляет. День рождения от Казани. День рождения с Ибицы, Женек. Ибица? Ибица! Сердце биться стало чаще. Ребята, вы с Ибицы? А где этот подарочек? Вы отправьте просто конверт и наклейте пару марочек. Даже писать ничего не надо. С Ибицы, а что? Ладно, вы все маленькие еще. Так, нюхать тебя, Краснодар.
Луганск поздравляем. Луганск, привет. Привет, Луганск. Женька, прикольно такой. Поздравляю с днем рождения, с Питера. И Питер меня поздравляет. И Воронеж поздравляет. С днем рождения. Будь счастлив, со самого лучшего. Беларусь. Питер, Питер, а ты. Беларусь, Бобруйск. Спасибо чё, большое. Ты что, ты этот. Так, Женька, спой кекс на пляже. Я твой, я крутой, твой кекс на пляже. И нам не понять, пока не скажем. Ребят, года идут, давай, и слух уходит. А хочешь, еще попроси. Я твой, я крутой. Кекс на пляже. Ярославль поздравляет вас. Ярославль, привет. Сегодня, кстати, с Задойным с вашим разговаривал. У него свадьба. Приглашает на свадьбу. Ну, плюс еще и на покерный турнир пригласил в Сочи. Вот. Поэтому у него свадьба. В апреле полетим с Сашкой. С днем рождения, Владикавказ. Привет, привет, Владикавказ большой. Из Гомеля меня поздравляют. Слушай, на меня очень много белорусов подписано. Тебе хочу сказать, меня белорусы очень любят. Не знаю, мы когда в Минске были, тебе этот в спину два раза плюнул. Астрахан. Астрахан? Астрахан, кстати, нас очень любил. Не знаю, я любви не видела. А что, ну перестань. Ну меня любил он точно. Ты опять прицепом, кстати, со мной же поперла. Он же меня выбрал. Жень, а ты при чем? К моему прицепу, я что-то не пойму. Бля, вот просто вот реально вот я вот я. А что вот, ты по автобусной чешешь, скажи, пожалуйста. Я у вас, у тебя день рождения сегодня, Сань. А я при чем к автобусу не езжу? Еще штраф пятерочка или сколько там, трешечка прилетит тебе. Ну тебе завтра денежку подарят, ты отплатишься за штрафики, что тебе? Короче, как там сейчас, ты рассказал, типа 30 тысяч, если копится штрафов, да, могут машину забрать? Сплюнь, ты что, Артём? Или сколько ты говорил? Тебя не выпустят просто, если у тебя 30 тысяч штрафов за границу. А я думала, типа уже машины забирают. Как у тебя машину могут забрать? Твоя собственность? Да я откуда знаю, ты пока послушаешь, я шушу в трубочку. Ну, мне кажется, могут обязать выплатить, на штрафстояночку, я думаю, могут забрать. Да? Ну, хотя я не знаю, блин. Закон тоже постоянно меняются. Надо лучше не знать, лучше не знать. А то ты говоришь, 30-ка висит, надо погасить штрафиков. Твои штрафики висят за парковку неправильную. 5 штук, по 5 тысяч каждый, 25 тысяч. Плюс превышение скорости у тебя. Пипец. В выходные можно и по автобусной ехать. Да, выходные, да. Не выходной, хотя уже суббота наступила. Ха, кстати. Урод, урод, давай. Я урод? Ну а что, не? Стрижечка, челочка под канаточку. Я же не из-за такого замуж выходила. Не знаю. А ты сегодня как-то это, знаешь? Широко на комплименты. А почему у нас включен снова? Широка река. Глубока река. Да было и тебе. Стала бережка. Днем рождения, Самара. Днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья. Спасибо. Лучше не нарушать, конечно. Привет из Пугачева. С днем рождения тебе, Сашулька. Счастья тебе, Женя. С наступающим праздником. Спасибо, Женя, ребят. Подарил подарок. Женя, ты подарил подарок, нет? Конечно. Ты же знаешь, какой подарок. Нет, я не знаю, какой подарок. Ты что? Мы сегодня спрашивали, я говорю, я не знаю. Рамсы попутала, малая, что ли? Я реально не знаю, какой подарок. Блядь, мы не по той дороге. А, вот поворот. Ну, это не здесь поворачивать надо. Вот здесь, как не здесь? Ну, я дальше поворачиваю. Вот же, а как ты в азбука дальше повернешь? Вот там поворот. Сань, ты что, не могу? Хряпнула, что ли? Пить полтинничек? Ты что в натуре мне рассказываешь, как мне жить? Ну, все ты правильно сказала, да, можно. А как ты тут повернешь? А ну, покажи мне здесь, где поворачиваешь ты. Поворот мне здесь покажи, как ты к азбуке подъедешь. Вон азбука, как ты к ней подъедешь? Покажу. Где? Сейчас покажу. Ну, давай, покажи. Смотри налево. Это выезжать. Видишь, стрелка? Вот здесь я заезжаю. Правда? Я так. Даже не знал, извините. Днем рождения, Сашенька. Тебе что-нибудь купить в Азбуке? А что там можно купить? Не знаю. Мандавошки, бложки. Бложки. Аппетитную картошку. Слушай, возьми мне эклеры, пожалуйста. День рождения можно. Вчера тоже и позавчера тоже. А тебя не ела, позавчера. И позавчера. Тебя быстрее эту носик заплачу, моя. Носик мой. Так. За неоплаченный штраф машинку на запрет, на регистрацию ставят. Короче, не знаю. В общем, у меня 30 тысяч штраф накопилось. Надо будет это заплатить. Пусть радует сюрприз, улыбки, цветы. Поскорее в жизни исполняются мечты. Пусть каждый день приходит, чтобы счастье подарить. И в жизни будет повод всегда счастливой быть. Благодарю вас. Привет из Казахстана. Украина. Витаемо.
Витаем. С днем рождения тебя, Сашенька. Грозного. Спасибо, Грозный. Ну, вы хорошие, мы такие хорошие. Сашенька, с днем рождения из Московского. Спасибо большое. Спасибо. Сашка, когда стоп? Вот последний стоп остался. Поэтому сегодня ночью сделаем стоп. Приезжайте в Нью-Йорк. Ой, ну вы нам как визу сделаете? Билетики купите. И мы сразу к вам. Окей? И будем бегать. Окей, окей, окей. По Нью-Йорку. С днем рождения из Иваново. Сашуль, про витамины. Детки, которые закалки из-за херб, скажи, нормальные пошли без последствий. Вообще без последствий. Так, пока Женя ушел, расскажи, что подарил или подарит. А я без понятия, что мне там подарит, честно. Так, тебе желаю море счастья, улыбок солнца и тепла, что жизнь была еще прекраснее, удачу за руку вела. Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой. Друзья, родные будут рядом. Беда обходит. Спасибо. Город Орел поздравляет. Сашуль, хочу тебе сделать коллагенирование ресниц. Господи, что это такое? Так, приятно видеть на нелицемерную, такую мудрую, на свою возрадежку. Спасибо. Поздравляю, Сашуль, счастья тебе, любви, здоровья. В Киев будете ехать? Летом приедем в Киев. С днем рождения из Минска. Вот белорусы молодцы. Самые первые мне отчитались, поздравили. Так. С днем рождения, счастья, здоровья. Самое главное, цвети и пахни, красотка. Так и будет. Господи, мне 25 лет, ребят. Мне 25. Мы с вами познакомились, когда мне было, наверное, 20 или 19. Когда я пришла на телепроект. Вот. Обалдеть просто. Очень красивая. С днем рождения из Чебоксар. Здоровья и счастья тебе. Проезжайте на Сахалин. Покажите маникюр. Такого. Что ты думаешь про коронавирус? Да ничего я не думаю про коронавирус. Что мне про него думать? Даже не хочу. 19 я был, Сашуль. Ну, видите, в 19 мы с вами познакомились. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 лет мы с вами, считай, знакомы. Тут мой носик. Жарко. Носик вот тут. В Анталию приезжайте. Спасибо за приглашение. Фу, я сижу, у меня уже такое ощущение, что у меня, знаете, машина едет. А я в машине, и что делать? Идите умой сладки. И отмечать будете. Да в ресторане пригласили уже друзей. Вот. 25 лет это круто, мне бы вернуть твои года. О, мне бы вернуть 18-19. Так, все, потом зайду. Спасибо вам за приглашение. Ой, за приглашение. За поздравление. Ой, Женька бежит. Все, люблю, целую вас.